Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на моем канале. Предлагаю сегодня приготовить всеми любимую и известную шаурму. Итак, возьмем филе куриное 200 грамм, обжарим на растительном масле. Из этого количества у меня выйдет 5 штук. Добавим сюда специи, куркума, любые специи для курицы. Можно поперчить, посолить. Перемешаем, обжарим до готовности, где-то минут 15. Теперь порежем капусту 100 грамм. Если вы хотите, можно добавить половинку острого зеленого перца. Это по желанию. Я любитель остренького, поэтому добавляю перец. Также нам понадобится 2 помидора, порежем кубиками. Сейчас приготовим соус. 2 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки сметаны и зубчик чеснока. Теперь смазываем лаваш соусом. Если вы хотите, можно добавить еще и кетчуп. Так будет вкуснее. Выкладываем курицу, капусту и помидоры с перцем. Теперь заворачиваем. Вот такая красота получилась. 5 штук шаурмы. Теперь к сковороду немного смажем растительным маслом и обжарим каждую шаурму с двух сторон где-то по 3 минуты с каждой стороны. Если вы не хотите на сковороде обжаривать, можно подрумянить в духовке. Но если у вас есть гриль, это, конечно, совсем другое дело. Всем приятного аппетита! Не забудьте подписаться и поставить лайк. До новых встреч!